10 апреля 2021 года. Мотоцикл простоял 6 месяцев. Полный бак бензина. Старого. Мотоцикл 2000 года, инжектор. Японец, задушенный. Привезен в прошлом году. Весь прошлый сезон 7000 проехал без нареканий. Первый запуск. Вторая попытка. Вторая попытка. В общем, один цилиндр не работает совсем. Труба абсолютно холодная. Катился немножко на трех цилиндрах. Такое чувство, что я весь сезон катался на трех. Но, наверное, он проснулся. Так, мотор прогрет, 80 градусов. Замена масла. Всю грязь раскатал по мотору, теперь будем снимать.
Это, конечно, полный прикол. Но один цилиндр не работает. Я этого не замечаю. Только что приехал. Труба. Трогаю. Вторая. Понятно, да? Чуть теплая. Даже не высыхает. Просто плюнуть туда не могу нормально. Шипит. Интересно. Итак, вечерело. Попытка номер два. Или даже три. Вот этот пеночек был вставлен и болтался. То есть его держала чисто резинка. За зиму контакт на катушке пропал. И поэтому так произошло. Так, запуск. Масло новое. Греется! Есть! Заработал! Сейчас кататься поедем. И обороты выше стали. Правда, он сейчас холодный. Уже хорошо. Все-таки какой-то японец что-то там делал. На моечку надо еще заехать. Этот вообще заводится без вопросов. И этот тоже.